Левый берег Дона. Это знаменитый ростовский Либердон, что в простонародье и называется Либердоном, но это левый берег Дона. Ну, по ходу течения, конечно. Город Ростов расположен на правом берегу реки Дон, бывшая река Танаис. Бывшее название Дона – Танаис. А на левом берегу всегда все зависают. Здесь все бары, рестораны, пляжи и так далее. И это такое курортное место. Кстати, с правой стороны велосипедная дорожка, которая вот заканчивается в щебне. На улице где-то около 35 градусов. Это 1 сентября. Жаркий сентябрь в южной части России 2020 года. Бедный Харлей греется, но едет, что не может радовать. А с левой стороны Дон, река Дон, Дана.
Да, снесли, снесли. Да, кстати, на Либердоне не стало казачьей станицы черкасской. Это такое поселение, ресторан было. Там останавливаешься, и в каждом курине можно было посидеть. Там шашки, там фотографии, кастрюльки всякие. Там даже можно было поспать, пока выпиваешь, там закусываешь. Там какие-то были такие валы. И там сейчас все снесено, и там какая-то современная постройка стоит. Вот. Очень, конечно, печально, но вот такой этот капитализм. Такой он многоликий капитализм. Пахнет доном, мидиями и мотоциклами. В основном канамами. Сразу видно ростовский. Очень бодро на таком едет. Вот и кончился Либердон, и мы заезжаем на М4 Дон и едем в сторону Воронежа, Москвы и до Питера.